Удивительно то, что после ситуации в Баймаке Хабиров ездил в Хайбулинский и Баймакский районы, но не встречался с людьми. По нашей информации, он в местной школе поздоровался с 7-летним ребенком, который в ответ ему ответил: «Свободу Алсынову». После этого Ради Фаритович сделал одиночные, все это видели, снимки на пустой улице и, собственно, все.